взрослых свиней, коз, собак. Домашний скот был истреблен, его мясо было съедобно, а вот собаки жили на улицах и размножались. На улицах Бухареста живет около 200 тысяч бродячих собак. Эта проблема вышла из-под контроля. В зимние дни приходится тяжело, многие щенки погибают, у них суровая жизнь. Мама говорила нам не гладить бродячих собак, потому что у них боты. А потом сама взяла и погладила Молли. Она шла за нами от школы до того, что совершили ошибку. Не вытерпел. Да ладно. Ну, где в спальне надо? Или на кровати? Или да, может быть, под кровать. Когда Ноланы вернулись домой в Англию, с ними вернулся и новый член их семьи. Это странится, а? Любовь Молли к Саре и Роузе неоспорима. Уверен, она бы защищала детей до последнего. Она их так любит. Наша проблема в том, что Молли очень непредсказуемая. В 99 случаях из 100 она ведет себя хорошо. А потом уже что-нибудь неожиданное. Украина издевается над ней. Больше всего я боюсь, что она набросится на другую.